Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Цель вашего визита? Она меня похитила. Мы на отдыхе. Мать называется. Она шутит. О, Италия расслабляет. Люди такие непринужденные. Мне нужен номер вашей брони. Вы же найдете мне какой-нибудь кабриолетик маленький? В дороге. Только мы вдвоем, прямо как Тельма и Луиза. Тельма и Луиза съехали со скалы и умерли. Ужас. Извините. Да, расслабляет по полной. Бонжорно. Арендовали дом у Джорджа? Лука? Мэгги? Ма, а? Так это из-за него мы здесь? Нет, конечно нет. Мама стала совершенно невыносима. Теперь придумала, что ей надо сбежать. А вот и она. Бонжорно, Кармен. Он просто вежлив. Это вежливый съем. Вернись, у меня копы на хвосте. Я скоро сбегу, окей? Это флирты в Италии, это просто форма вежливости. Где гараж? Мне нужно в аэропорт. Проехали. Эй! Она украла мою маму и мою Альфу. Аэропорта. Рома. Аэропорта. Рома. Ты почему тогда сбежала? Потому что это были лучшие 2 месяца в моей жизни. Да, мы встречались, но все время было чувство, как будто между нами кто-то есть. Ты ревнуешь? Я не ревную просто. А чему удивляться? Ты же как моряк, в каждом порту тебя ждет женщина. У тебя все такая же классная задница. Ты самодовольный индюк, всегда таким был. А то.